Очень хороший спарринг-партнер, который, где мы видим свои, ну, конечно, в основном слабые стороны, в чем уступаем. Поэтому хорошо, что были эти две игры, но, конечно, надо работать, готовиться и быть готовым, конечно, к таким играм. К сожалению, у нас немножко мы чуть не дотягиваем до такого уровня. Уровень немножко посильнее, побыстрее, во всем, в мышлении, в физической, в технической оснащенности. В первой игре был недоволен, много ошибок, боязнь, что и привело к счету 3-0. Во второй игре было получше, но опять же, немножко, как мне бывшему полузащитнику или игроку атаки, мне хотелось бы, чтобы мы не только оборонялись, но и играли в атаку. К сожалению, у нас не получается это, и это меня больше всего расстраивает. Если в обороне меня что-то во второй игре больше времени меня устраивало, как играет, то в атаке, конечно, оставляет желать лучшего намного.